Рассказывай не отстает от Тамбова. Раздельный сбор мусора здесь начали вводить в начале этого года. 25 контейнеров установлено для сбора пластиковой бутылки. Ее совместно сетевая компания и компания «Экорус» начинает собирать вот эту вот пластиковую бутылку. После они ее перерабатывают и в виде гранул там дальше реализовывают, есть на нее потребность. В общей сложности в регионе стоит уже более 250 контейнеров для пластика. В Тамбове, поселке Строитель и теперь в Рассказово. В них можно выбрасывать бутылки из-под напитков, молока, подсолнечного масла и бытовой химии. Контейнерами уже начали пользоваться, однако для людей это в новинку, и они пока делают некоторые ошибки. Крышек на бутылках быть не должно. Чтобы правильно выбросить пластиковую емкость, нужно убедиться, во-первых, что она пустая, снять крышку, смять бутылку, и уже после этого опустить ее в контейнер. Жители Рассказово к нововведению относятся благосклонно. Очень хорошо. Хоть эти бутылки не будут валяться на дороге. Я проживаю здесь и в Москве, да? Как бы там уже пришли к этому, то есть. Это даже не хорошо, а прикольно в том смысле, то, что как бы если будет раздельный мусор, люди уже будут не так, что взяли, все сыпали, выкинули. Там, сами понимаете, что-то гниет, где-то крыс лазит, то он будет раздельный. Собранный в такие контейнеры мусор попадает на базу, где его сортируют, прессуют и отправляют на переработку. Таким образом, в прошлом году переработали почти 60 тонн пластика, а ведь это только начало. Дмитрий Сергеев, Михаил Мальцев, Тимофей Слатвицкий, Область новостей.